Привет, ребятушечки! А меня зовут Устин. А меня зовут Богдана. И вы на канале Устин ТВ. А мы сегодня пришли опять на реку Свислоч, только уже в другое место немножко, потому что наше место заняли. Купили, как обычно, червяков, потому что они самые фартовые. И купили перловку со вкусом тутти-фрутти. Будем надеяться, что на вкусняшку такую рыбка поведется и поймается. Ну что, начинаем? Да, погнали! Вот такую вот тутти-фрутную перловку мы купили. Сейчас ее наденем на крючок и ловись, рыбка. Тут вроде течения нету такого большого. О, там была рыба, наверное. Или это водорос? Первая ловит Богдана, я забыл сказать. Короче, что-то на перловку не пошло. Мы поменяли на червячочка. Может, на червяка повезет. О! Короче, и на том месте, на втором, тоже неудачно, где нам дядя показал. Раз, клюнуло, и все на этом. И вот пока Богдана ловила на том месте, Устин вместе с Вероникой разведали наше первое место, везучее. И оно оказалось свободным. И мы вот пришли сюда, где обычно и ловим. И будем надеяться, что здесь-то точно поймается рыба. Даже он солнышко нас встречает. Клюнуло. Клюнуло, да? Да. Я прозявал, пока снимал солнышко, которое нас встречает. Опа, смотрите, что здесь творится. Самое клевое место это у нас. Будем надеяться, что оно и останется таковым. Насадили тутти-фрутти, перловку со вкусом тутти-фрутти. Может, на нашем месте рыба и поймается нам тутти-фрутти. Посмотрим сейчас. Надо же рыбку нашу порадовать вкусностями всякими. Кстати, такой вопрос у нас появился. Напишите нам в комментариях, кто смотрит из рыбаков. Есть ли у рыбы нос? Для чего? Вот всякие вкусы. Вкусы чеснока, тутти-фрутти. Неужели рыба чувствует запах? Напишите нам, расскажите. Потому что мы начинающие рыбаки только.
О, что-то такое есть. Блин, что-то опять здесь ничего не ловится. На перловку мы опять посадили червяка. Походу, из всех вариантов, что мы перепробовали, червяк в топе находится. Сейчас посмотрим. Рыба вроде плескается, но почему-то не ловится на нашу удочку. О-о! О, пошла движуха. Мне кажется, вот-вот и поймается первая рыбка. Смотрите, ребята. Поплавок ходит туда и сюда. Ну-ка, попробуем Богдана вытянуть. Нет. Не. Ну, уже близко, близко. О, смотрите, как двигается поплавок. Наверное, только сейчас они поняли, что мы пришли. Добрые рыбаки. Поэтому они готовы попасться на наш крючок. О, смотрите, что творится, ребята. Точно они почувствовали, что добрые рыбаки ловят рыбу, которых их потом отпустят. И они не боятся попадаться на крючок нам. Ух, какой водоворот. Ох ты, тихо, Богдана, вот ты сорвалась, твоя рыбка. О чем я тебе и говорил, что не нужно так дергать сильно. Первая рыбка была, да сплыла. Маленький ёршик был. О, тяни, 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 опа, опа, во. Процесс. Может, даже тот же самый попался. В рыбью схватку вступил Устин, вернее, схватку с рыбами. Будем смотреть, чтобы... Ты что-то делаешь, Устин, такое? Колдуешь? А, обманываешь, так заманиваешь рыбу. Поблизко. Как подача в стиле. О, смотри, тяни. Опа. Папа, лови! Никуда не бежать. Оу, где он? Вот он. Ёж, ты очень хитрый, я смотрю. Не. Так, блин, скользкий, еще колется. Что-то трава такая. Тихо, дружок, тихо, блин. Это уже не рыбалка. Грибная это. Воу, блин. В траве запутался. И мои еще пальцы путаются. О. Ё парасоте. Ёж. Тяни. Опа. Быстрый улов от Вероники. Третий ёрш. Что-то пока карасей не видать. Может, охотятся. Ух ты, как они плескаются. Ну. Еще один карасей. Ух ты. Слепал.
Ух ты! Вот это, да. Большое что-то. Здоровенное что-то. Вот смотрите, ребята, крючка нету. Какая-то здоровая рыба только что чуть не поймалась, ну и с крючком ушла. Сейчас поменяем на другой побольше. Ах ты! Ну, это явно не карась был. Ох ты, ну мелкая, ну ладно. Ну конец. Вот такой вот мини-ёршик. Вот такой вот ёршик я поймал. Выпускаем его. Ух ты, какие-то они дерзкие такие, смотрите. Все, 4 ёршика. Ух ты! Лови, папа! Оп. Куда она даже за этот поймала? Вот это да, за этот, как он, за жабры поймала. Такого вот дикого ерша Богдана поймала, даже не за плавник сверху. Вот это да. Я его называю за парус. За этот, за который колючки он выпускает, вот сверху Богдана его и... Вау! Вау! Загрязняли. Такой вот ёрш-то, ёлы-палы. Все, давай, ершака. Дерзи там. Так, у стен... Ух, ну и туда. О. Сорвалась. Ну, ладно. Ничего. В водоворот поплавок попал. Тяни, Стюстин. Нету? Ну, ничего. Вкусный червяк, видать, понравился рыбка. Жалко, конечно, тут карась сорвался, но, наверное, так должно было быть. На самом деле эти крючки какие-то маленькие сильно были. И поэтому, скорее всего, и сорвалась большая рыбёха. Рано. Тяни.
Опа! Есть ершак очередной. Очередной мини-ерш от Устина. Опа! Спокойно. Оп. И четко. Второй ерш от Вероники. Опа! Второй ёршик от меня. Запускаем. О, компания. Вот это да! Даже камеру не успел включить. Вот это Богдана второй раз и сам только забросила, сразу поймала. Третий ёрш от Богданы. Пускаем. Опа! Ой. Короче, рыба на глубине вся, я смотрю. Опа, очередной ёрш. Поймай! Есть третья рыбка от Устина. Уже третий раз подряд. Опа! Очередь за Вероникой. Поймать третьего ерша или карася. Может, кому-то повезет карася поймать сегодня. Тяни, 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 тяни. Нету? Нету. Тяни, 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 тяни. Ох ты, сорвался. Есть червячок? Тяни, тяни, тяни. Вот это да. Даже я почувствовал, что это мощное. Что-то крупное съело нашего червяка. Тяни, тяни, тяни.
Ничего. Тяни. А? Ой, не знаю. Ты что, как так решил? Ну что там? Отсюда. Уже камера еле видит, каким мы то же самое. Попробуй. Опа. Маленький ершонок. Так, ну все, ребята, уже темно, ничего не видно, поэтому мы собираемся домой. Мы добрые рыбаки, вы это помните, поэтому выпускаем наших ершей. Сегодня только ерши. Аккуратно, не спешите. Ну, раз, два, три. Все, уплыли наши ерши. И на этом наше видео подошло к концу. Кому понравилось, ставьте лайк. Забудьте подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока.